И вот, друзья, нашла для вас формулу холестерина. Холестерин – это основной стерин высших животных, однако присутствует практически во всех живых организмах, включая бактерии и сине-зеленые водоросли. В тканях животных содержится в свободном виде или в виде эфиров с высшими жирными кислотами и служит их переносчиком. Наибольшее количество холестерина в мозге, печени, почках и надпочечниках. Нормальное содержание холестерина в крови человека составляет от 160 до 220 мг в 100 мл. Нарушение холестеринового обмена является одной из причин атеросклероза и желчно-каменной болезни. Впервые холестерин выделен из желчных камней, почти целиком состоящих из холестерина. Из пищевых продуктов холестерина больше всего в жирах и желтках яиц.